теперь держи оборону, а я попробую дистанционно вырубить сигнал. Еще немного. Как раз перед тем, как тебе удалось прикончить капитана, я спалил все их передатчики. Помех больше не будет. Это значит, что на ферму будут прибывать люди со всех уголков планеты. Как только мы установим последнее реле, мы сможем посылать сигналы по всей системе. Потом мы сможем собрать стражей для ответного удара по Легиону. У нас хватит времени на то и на другое, а пока возвращайтесь, как только сможете. Алло, это Кейт. О, подожди, тут кто-то оставил записку. Лес ЕМЗ, энергия одержимых, знак вопроса, Красный Легион, Брайан. Кто такой Брайан? Псионы Красного Легиона. Страж, из твоего района поступают тревожные донесения. В них говорится о Кабал с новыми силами. Звучит зловеще.
Нам надо отслеживать все необычные всплески псионной энергии. Псион. Он защищает Центуриона? Защищает? Значит, они и правда управляют энергией одержимых. Но как? Красного легиона и так порядочные сволочи. А если они получили еще и силы одержимых? С каких это пор кабалы и одержимые стали делиться игрушками? С ними мы разберемся потом. Сперва надо найти источник энергии. Нравится мне это. Уровень энергии одержимых растет. Похоже, она питает всех здешних псионов. Если это правда, нас может накрыть такой тенью, какая нам и не снилась. Икора, ты же их пугаешь.